Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. 1 сентября впервые прозвенел школьный звонок для многих звездных детей. Не исключением стали и многим полюбившиеся дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Гарри и Лиза. И вот уже несколько дней учеба у Гарри и Лизы позади. И отец решил поинтересоваться впечатлениями детей от школы. Это прошло. Нормально! Хорошо. Просто норм! Довольны дети. Норм, да? Да, норм. Сегодня склея не было. Ну, давайте, заходите. Бегом. Заходи, Гарри. Алёшечка, скорее. Ребята, всё-таки первый класс. Первый раз первый класс. Во. И видишь, какая единичка. Какая вкуснятина. Красиво, макарони, тут и всё есть. Будете сейчас кушать. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. А вот, еще, видишь, юдашкины нам принесли. Вот такие смешные. Сейчас будем открывать, потом они покушают. Отлично. Ну все, я пошел есть это все. Или это ты будешь есть? Это будет они. Это вот они будут. Папа. В прошлый вторник, 1 сентября, 6-летние близнецы Лиза и Гарри Галкины впервые отправились в школу. Знаменитые родители отвели ребят в частную гимназию в соседней деревне Липки. На торжественной линейке детей сопровождали их родители, а также родственники и друзья семьи. Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри рассказывают, понравилось ли им учиться. Впечатление после школы подписал публикацию юморист. Близнецы на видео выглядят счастливыми и веселыми. Как уроки-то прошли? Задает вопрос отец. Норм, просто норм, отвечает довольная Лиза. Девочка радостно прыгает и показывает класс большим пальцем, сжатый в кулачок руки. Она наряжена в любимую футболку с бахромой по краю, а также черные леггинсы. На голову Лиза надела кепку. «Довольны дети-то», — констатировала Алла Борисовна. И радостные ребятишки забежали в дом. К слову, в доме их ждал сюрприз. В семейный замок в деревне Грязь приехала жена Валентина Юдашкина Марина. Она привезла детям роскошный торт в виде цифры 1, украшенный фруктами и ягодами. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.